известный писатель и маг Всеслав Соло. Вы можете научиться. Выходы в астрал, магические операции, материализация любимого человека, энергетические тайны денег, реализация желаний, магическое управление своей жизнью. Я приветствую всех телезрителей нашего телевизионного канала NEFS TV. В эфире 28-я передача нашего канала, и я ее ведущий Всеслав Соло. Вопросы сегодня задает мой соученик Велиний, а тема, которую мы будем рассматривать, очень важная. Это ответственность. Что из себя представляет ответственность? На чем она зиждется? Кто как ответственен в этом мире? За что? Почему? От чего ответственен? Вот сегодня мы постараемся как можно глубже рассмотреть это понятие. Ну что ж, давайте послушаем первый вопрос Велиния. Всеслав Маркович, добрый день. Скажите, пожалуйста, чем отличается ответственность человека от ответственности Бога? Я так полагаю, что прежде всего надо разобраться в самом понятии, что такое ответственность. То есть задаться нужно вопросом, что она из себя представляет. Вот если очень коротко сказать, и в каком-то смысле необычно, то ответственность, на мой взгляд, это масса тела, души, разума и духа сущности. Ну, имеется в виду любого человека, предмета, эгрегора, там, ну и так далее и тому подобное. Ну, естественно, и Бога также. Ну, кто-то сейчас, конечно, подумает, как понять, как увязать масса тела, души, разума и духа. Это и есть ответственность. Как-то на первый взгляд и на первый слух, да, и рассмотрение, и анализ, ну, не вяжется что-то, как, я не знаю, колбаса с компотом или там еще что-нибудь такое заморское, да. Я вам скажу, что здесь все вяжется. Достаточно вспомнить тайную вечерю Христа, где он, да, хлеб ломает на кусочки, дает своим ученикам и говорит: «Нате, ешьте это тело мое». Разливает вино или кубок передает, говорит: «Нате, пейте, это кровь моя». Конечно, это метафора, кто-то подумает. Но я вам скажу, это метафора для человека, для обычного человека, для того, который безответственен, так как ответственен в этом мире за этот мир Бог. Понимаете, какая тут интересная вещь получается? Если я задам вам вопрос, телезрители, да, уважаемые, ну, к примеру, такой: как вы думаете, чем отличается Бог от человека? Самое главное и фундаментальное отличие. Я думаю, что мало кто из вас сейчас правильно, точно и быстро ответит. Ну, не ломайте голову, я постараюсь ответить вам сам на этот вопрос. Самое главное отличие Бога от человека – это состоит в том оно, что каждый человек, каждый из вас, пощупайте свое физическое тело, да, ощущает боль или приятность от прикосновений только в пределах своего тела. Если вы сейчас будете пробовать что-то другое ощущать, ну, что у вас там вокруг, тумбочка, может, рядом, может, и еще что-то, другой даже человек сидит рядом с вами сейчас и смотрит эту передачу, то ведь вы же не будете чувствовать его тело яко свое, а это вы будете ощущать, как, если прикоснетесь к нему, к этому человеку, рядом сидящему сейчас с вами, будете ощущать как отдельную данность, как предмет, да? Ну, теплая там, шелковистая там кожа, там, ну, так далее, тому подобное. Но свое-то тело вы по-другому ощущаете, правильно? То есть человек чем отличается от Бога? Прежде всего тем, что
Любые вот эти прикосновения, боли, переживания, страдания, все это человек ощущает в пределах своего физического тела и воспринимает, да, и анализирует. У Бога боль, страдания, восторги, приятности от любых прикосновений и от чего угодно в ощущениях сразу во всем пространстве, во всем мироздании. В каждом объекте, в каждой молекуле, в каждом атоме, везде ощущение Бога. А следовательно, вспоминаем опять тайную вечерю Христа. «Нате, ешьте это тело мое». Христос был прав, да? Ведь он же сын Бога, да? Посланник, часть Бога. Отламывает, то есть он показывает, что в каждом предмете, вот вы хлеб едите, это тело мое, есть Бог. «Нате, пейте, это кровь моя». Понимаете? То есть и там Бог. И поэтому главное, опять еще раз подчеркиваю, отличие нас, людей, от Бога состоит в том, что мы только в пределах физического тела все ощущаем, а Бог ощущает сразу везде все мироздание и любые, какие бы то ни было, прикосновения, печали, радости, ну все, что хотите, короче говоря. Это первейшее отличие. А следовательно, когда я сказал, что ответственность – это масса тела, души, разума и духа сущности, о, уже по-другому, я думаю, что вами воспринимается моя формулировка, которая отвечает на вопрос, что из себя представляет ответственность. То есть масса тела, души, разума и духа сущности. Ну вот, каждый из вас понимает, вот у вас есть масса тела, да, есть масса души, то есть это опыт ее, гамма переживаний, как вы умеете переживать, особенно, не особенно, ваши тропы мыслительные, как вы умеете мыслить, насколько вы развиты там и так далее. Ваш дух, то есть состояние, настроение, состояние устремленности там, ну и так далее и тому подобное. То есть вот это все вместе, вот эта вся масса, которая и есть вы, это и есть масса вашей ответственности личной. Не лишний, а личный. Личная ответственность у каждого человека, видите, она имеет пределы. Вы же сами понимаете, вы не можете иметь ответственность за тело другого человека. Вы скажете, как, ну вот я родил там сына, дочь, да, и даже за тело жены, там, своей мамы, там, папы и так далее, дедушки, бабушки, друга, там, товарища, за тело страны, да, я вот ответственен. Да, конечно, говорить можно как угодно. Но на самом деле ощущать вы сможете ответственность, то есть вот за того человека, да, вот рядом даже сидящего, только по опыту собственных прикосновений. Вот какой у вас есть по жизни опыт боли, опыт страданий, да, ну и так далее, и тому подобное. И приятности, естественно, прикосновений к вашему личному телу, да, вот какой он есть, этот опыт, настолько вы сможете, ну, как бы анализируя, сопоставляя, да, почувствовать, как чувствует сейчас, допустим, боль человек, которого наказывают, или как чувствует восторг от того, что там его тело массирует, да, или приятное прикосновение производит к этому телу. Но вы можете только анализировать и сравнивать по опыту собственных прикосновений, когда к вам прикасались. Но вы не почувствуете эти прикосновения как тот человек, как тело свое, понимаете, а только как отдельную данность для анализа увидите, сравнивая с собственным опытом прикосновений к вашему личному телу, и не более того. То есть получается, почему я так заговорил, что ответственность – это масса тела, души, разума и духа сущности? Ну, потому что вот насколько у человека есть глубина опыта, допустим, всевозможных телесных прикосновений, ощущений, да, своего тела, насколько он там, скажем, мог иметь свое тело раненым, да, увечья какие-то получал, какие-то огнестрельные, может, раны были, да, может, войну прошел человек, может, еще что-то, страдания какие-то, или какие-то восторги, или какие-то шоковые состояния, когда он под куполом цирка там без страховки, да, витал и так далее. То есть вот чем больше у него подобных физических прикосновений и, не, может быть, даже и неуклюжести каких-то, но опыт есть, да, и правильности также, тем ярче этот человек может быть руководителем,
Ну, руководителем каким? Физическим руководителем. То есть ему можно доверить ответственность за что? За физические формы. Вот у него есть именно опыт физического тела собственного. И он, значит, следовательно, может понять, насколько искажена другая форма, насколько, значит, ее, значит, нужно как бы исправить там и так далее. Такой руководитель коллектива, да, или какой-то фирмы, какого-то завода, семьи, даже глава семьи, да, вот в эгрегоре друзей, да, вот он как бы лидер. Такой руководитель будет о чем заботиться? Он будет заботиться о том, чтобы все формы были на местах, чтобы их не ломали, чтобы их исправляли, и будет на своем месте. Потому что он очень хороший имеет опыт собственной истории жизни по вот, отношению к своему физическому телу. И он может сравнивать, да? Вот. А есть люди, у которых опыт огромной души, то есть эмоциональных переживаний. Да, ну вот они тоже могли и войну пройти, и скандалы, и жизнь в коммуналке, как говорится, и в трущобах, или же даже жизнь в императорских палатах, ну где хотите. Вот этот человек, если он имеет такие многогранные опытные переживания, да, опыт переживаний собственных, то, естественно, этот человек, если будет руководителем какой-то фирмы там и так далее, он будет иметь ответственность какую? Душевную, то есть астральную, эмоциональную. И поэтому он будет в основном обращать на что внимание и поддерживать, чтобы никто не ломал себе душу, да, чтобы никто ни на кого не говорил сплетни, там, не наговаривал, чтобы никто никого не возбуждал, на агрессию не вызывал там, и так далее. Да. То есть он будет стараться в коллективе наводить вот этот порядок, потому что сам натерпелся или там навосторгался, он знает, что это такое, умеет с этим справиться. У него есть анализ, он может сравнивать. Да. А у него ответственность будет вот за это, да? А есть люди, которые прошли разумом очень много опыта по жизни. Ну, я не знаю, там, может быть, академик так, по математике, по физике, там вот много вычислений в голове, много форм, много открытий каких-то, идей интересных, да? И в основном этот человек там или шахматист какой-то, да? Он разумом работал. Какая у него будет ответственность, если его поставить руководителя? И именно логическая. Он везде будет усматривать логику и ее нарушения и пытаться исправлять эту логику, понимаете? То есть он будет человек ответственным за логику в коллективе. Видите? А если взять другого еще руководителя, который, допустим, был вот в таких вот жизненных ситуациях, где нужно было, как говорится, бежать, кричать за Родину, за Сталина, да, там, я не хочу никого оскорблять, просто я говорю, вот, чтобы вы поняли, то есть дух в основе был, да, там, лозунги выкрикивать, за собой вести людей огромное количество. Самое главное, что это вот постоянная какая-то устремленность и целесообразность, и цель впереди. То есть вот этот человек, это человек духа, да, вот у него точка, и он в нее идет, понимаете? Какая она? Хорошая, плохая, но у него, может, в жизни разные они были, да, эти вот коридоры, и он шел по ним. Он имеет этот опыт. Если он будет руководителем, какова у него будет ответственность? У него будет ответственность именно такая же, да? То есть он будет стараться видеть какую-то идею, какой-то почин, да? Кто-то крикнет на субботник, он скажет, да, молодец, вот сейчас мы выйдем и уберем территорию, чтобы вот здесь никто не падал у нас, да, все нормально будет. Листья там соберем, сожжем, уберем или вывезем за город, и удобрения будут, ну и так далее. То есть, короче говоря, он будет что? Вот этими устремлениями мыслить, вот этими вот дальнобойными идеями, достижениями какими-то. И только в этом-то и будет в основном ответственным. А ему будет пофигу душа, разум, там дух. Также точно и тот человек, руководитель, который ответственен больше, имеет опыт за тело свое физическое, ему будет фигу душа, это эмоциональное переживание. Он говорит, главное, чтобы вот здесь вот угол здания не сломали, не поцарапали ничего, а что ты там переживаешь, мне пофигу, говорит. Вспоминайте своих водителей или себя даже узнавайте, да? А руководитель, который от разума, естественно, какая у него ответственность? Ему пофигу душа, эти эмоциональные переживания человеческие, да? Своих подчиненных. И за тело, то есть имеется в виду, что все эти конфигурации разные, расстановки, стулья, ему пофигу, там убрали, не убрали помещение. Ему главное что? Что все логично,
ничто ничему и никому не мешает, что все крутится, все вертится и выполняется, да, как задумано. Вы понимаете, вот если все это сейчас постараться перенести даже на нашу историю российскую, вы начнете улыбаться. Вот смотрите, допустим, Владимир, там Ульянов, Ленин, да? А как вы думаете, какова у него была ответственность? Ну, конечно, у него ответственность была по чему? А? По духу, да? По духу же? Или как? Как вы думаете? Он же призывал куда-то там, да? Нет, он бы тогда книги не писал. У него была ответственность по разуму. В основном по разуму у него была ответственность. То есть он очень был разумен. Он говорил, что да, мы сделали революцию вот, физическую, да, мы переделали строй, создали свои отношения между людьми, насытили классы достатком, там, класс крестьян и рабочих и так далее. Да? А он же и говорил дальше, разумно вычисляя наперед историю страны, предполагая ее, что да, мы сделали эту революцию, но революцию в умах и в душах людей, это, чтобы ее сделать, потребуется еще огромное количество лет. Вот так он говорил, понимаете? То есть он это разумно понимал. Вот. А после него кто был? Сталин, да? Практически после него. И какой это был руководитель? Какой именно? Что его больше всего волновал? Его волновало тело. Он боялся, что его убьют, то есть тело, да? Он боялся, что страну разграбят и придут, и, значит, вот эти вот так называемые предатели, да, и предадут ее, и сдадут там каким-то иностранным разведкам и прочее, и прочее. И главное ему было что? Построили, чтобы вовремя и в срок Беломорканал, там еще что-то, понимаете? То есть вот, танк только-то выпустили, вот, чтобы вот к утру взяли вот эту высоту во время войны, там, ну и так далее, и тому подобное. То есть ему пофигу, кто там как переживает, какое там разумно это или неразумно, положить там огромное количество солдат, но взять эту высоту. То есть, есть у них дух или нет, главное, это надо сделать. Он был руководитель чего? От тела, да, вот. Он сам настрадался, видимо, именно в этом направлении, и мог сравнивать, и понимал. Ну, дальше мы посмотрим, кто у нас там следующий был, да? Хрущев, да? Ну, это руководитель, ну, всем понятно, это эмоциональный руководитель, и он в основном что? На душе. Ну, помните, снимает, да, ботинок, бьет и кричит, что мы вам покажем Куцкину мать в Америке, да, помню, там дел. Вот. Эмоциональность, да, в основе была ответственность у него руководителя эмоциональная, то есть от души, душой, да. Ему было пофигу, какой там бардак, не бардак, убрано в стране или нет. Главное, чтобы люди радовались, чтобы была весна, оттепель там, ну и так далее. А кто пришел? Леонид Ильич, да? Брежнев. Что у него было? У него главное дух был. Я не хочу смеяться сейчас, я не над ним смеюсь, я над собой смеюсь, я вспоминаю себя, жившего в то время, да? У него главное был дух, в каком смысле? Ну, главное, что 25-й съезд, вот, да, жить будем лучше там и так далее. То есть направление, вот это вот держится, а партия главная, руководитель, все, все под строй, да, все под козырек. На самом деле, что там делается за кулисами? Как живет народ, масса его тела там, грязные они или чистые, умытые, не умытые, как они эмоционально переживают или нет, думают или нет в стране, и вообще, есть ли у них какая-то еще надежда на что-то. Ему было абсолютно. И поэтому у него оставался только вот этот дух, то есть вот эти вот целенаправленные какие-то, да, коридоры с целями, которые, кстати, вообще были недостижимы. И так и никто их не достиг. И в конечном итоге вспоминаем Горбачева, да, Михаила, ныне еще здравствующего пока, да, ну, слава богу, пускай живет. История, как говорится, она сама все оценит, и люди. Давайте посмотрим, а что он, что у него было такое вот важное? Ну, я так полагаю, что вы тоже почувствовали, у него ответственность какая была? У него вот эти коридоры тоже были, он их как преемственно взял с собой, да, вот. И здесь эмоциональность у него тоже присутствовала, и еще многое-многое другое. У него вот немножко была каша, кстати, вот действительно каша была. И он как бы своим приходом к власти, ну как бы открыл двери для Ельцина, да, Бориса Ельцина.
у которого вообще вот это все названное, вся эта ответственность была вообще просто брошена. Он вообще никакой ответственностью не занимался. Занимались его окружение другие совершенно люди. Но это не секрет, это все знают, да? То есть он вообще не имел никакой ответственности. Хорошо. А сегодняшний вот наш президент, да, Путин, у него как обстоят дела? Ну, давайте посмотрим. Я так полагаю и чувствую, да, что у него есть и формы. То есть вот он обращает внимание на то, чтобы там строили квартиры для людей, да, побольше и подешевле там и так далее. Он душу, эмоциональную среду, смотрите, даже законы там, чтобы не обижали верующих, там еще что-то, да. Разумность есть у него? Конечно, есть, да. Он заранее тактически продумывает, чтобы, говорится, Европа нас в кольцо не сдавила, он уже продумал, да, вооружил страну и показал, что мы можем дать отпор, да. Вот. Дух, устремленность есть, а вот здесь у него провал. А вот духа, устремленности у него хоть отбавляй, но он пустой, этот устремленный, вот этот у него потенциал, понимаете, он не насыщен идеей, нет у него идеи. Если он ее не отыщет, он как руководитель войдет в историю уже совсем не так, как ему бы хотелось, и совсем не так, как должна действительно быть написана история России далее. И все-таки, значит, я что могу только здесь пожелать? Владимир Владимирович, вам нужна национальная идея. Христианство, я ничего не имею против него. Нормально. Религия. Но она не может быть национальной идеей. Вы же это прекрасно понимаете. Национальная идея – это та идея, которая поведет не только Россию вперед, но и весь мир. Ведь сегодня неспроста весь мир обращает внимание на Россию. Почему сегодня весь мир взбудоражен и даже обозлен? Потому что весь мир ожидал от России, что она поведет всех куда-то в завтрашний день, да? В новое что-то. А Россия пока никуда не повела, только вооружилась и стоит. Говорит, я вас никого не пущу. Я не говорю, что не надо вооружаться. Конечно, надо, чтобы не пырхали на нас и не дергались. Да? Но проблема в том, что от нас ожидают другого, понимаете? Владимир Владимирович, нужна идея. Вот мое пожелание. Кстати, идея есть, вот она, готовая. Логика предметно-беспредметных островов. Я сказал свое слово. Ладно, давайте смотреть дальше, да? Значит, получается, ответственность человека всегда зависит от его личного опыта. Неважно, опыта физического, да, прикосновения к телу там и так далее. От опыта страданий, от опыта восторгов там разных же по жизни, от опыта разумности его, от опыта духа его, то есть устремленности, да? Получается, мы с вами посмотрели, что ответственность у людей очень и весьма даже отличается от ответственности божественной. У божественной ответственности весь мир, точнее, все мироздание на ладони. У Бога ответственность за все вообще, что только есть в мироздании. Представляете, какая глубочайшая ответственность. А у нас какая ответственность? Только сравнительного порядка, какого бы ранга и масштаба человек не был руководителем, да, хоть страны, хоть континента, чего угодно, у него все равно будет ответственность на уровне, конечно, его вот развитых вот этих основных начал, тело, душа, разум, разум, дух, да, вот, ну и еще ко всему прочему, он будет все равно сравнителен, понимаете? А значит, наступает время, когда должны приходить во власть другие руководители, которые имеют другой опыт по подобию Господа нашего, которые уже именно технически, то есть биологически, я бы сказал, даже будут ощущать и энергетически, и боль и страдания другого человека, а не сравнительно, то есть не сравнивать со своим опытом боли и восторгом, а именно конкретно ощущать будут уметь боль ближнего, понимаете? Но чтобы на это выйти, должен заработать, зафункционировать совершенно другой механизм в нашей стране, в нашем мире, на Земле, который я сейчас и принес на Землю, принес в качестве учения логики предметно-беспредметных островов.
И когда создастся критическая масса, этот механизм включится основательно. Уже сейчас есть прорывы, уже сейчас некоторые люди пытаются и у кого-то чуть-чуть, но получается ощущать конкретную боль другого человека. И страдания, и восторги также, и удачи. Понимаете? И вот этого не хватает новому стилю нового руководства на Земле. Понимаете? Вот какие должны появляться руководители в новой цивилизации, в новой эре всемирного сознания, которые будут по подобию божественному, по подобию Господа Всевышнего ощущать масштаб своего тела, души, разума и духа больше, нежели они сами себя представляют по опыту своему, понимаете? А это уже особый стиль и мышления, и разума, и души, и движение тела, и вообще пребывание в этом мире, понимаете? То есть это совершенно другая идеология, которая воспитывает уже другого и руководителя, другого ответственного человека. Вот что я хотел сегодня на этот первый вопрос Велиния. Ответственность человека, ответственность Бога и ответственность людей новой эры всемирного сознания, которые будут уже посредники между обычным человеком и Богом, которые будут уже идти к Богу, да, к Богу, и чем ближе к Нему приближаться по энергетическому развитию и осознанности, тем больше будут иметь ответственность божественную. То есть масштаб их тела физического, вспомним тайную вечерю, ешьте тело мое, пейте кровь моя, а масштаб будет увеличиваться, и это будут чувствовать все люди. К этому идет развитие нашей цивилизации. Как соотносятся такие понятия, как карма и ответственность? Ведь карма, она обычно понимается как ответственность за определенные слова, мысли или действия, если они сделаны неправильно или в каком-то несоответствующем состоянии. Конечно же, карма человека и ответственность человека, они очень тесно взаимосвязаны. Я бы даже сказал так, что карма воспитывает, призвана воспитывать ответственность в каждом из нас. Потому что карма – это причинно-следственная связь. Ударил, прошло время, ударили его, который ударил, да? Оскорбил, прошло время, оскорбили его, который оскорбил. То есть ответственность за свои деяния человек постоянно получает обратное, да? И должен почесать затылок и понять в следующий раз, когда он будет кого-то оскорблять или там бить, или еще чего-то, да, делать плохое. Понять, делать ли это или нет. Понимаете? То есть карма призвана породить в каждом человеке вот это вот состояние ответственности. Чем осознаннее человек, чем больше он ярче начинает понимать, что же происходит, да, с ним, когда он делает какое-то отчаянное, нехорошее движение в жизни, да, неважно, душой, телом или разумом своим, или духом, и получает то же самое, вот ответственность будет возрастать, должна возрастать в каждом человеке. Я бы сказал так. Карма на это именно нацелена. Надо прислушиваться к карме, надо понимать ее, что мы ответственны за каждое наше движение. И отсюда выходит следующее, что мы живем с вами, судьба живет наша, да, с нами, но мы же иногда делаем наряду с негативными какими-то делами и добрые, хорошие дела. И они же тоже множатся и тоже к нам возвращаются. Для чего? Для того, чтобы мы поняли, что вот так надо жить. Видите, у кармы как бы двойное вот такое вот положение и двойная задача. С одной стороны, научить ответственности, а с другой стороны, научить, да, видеть результаты своей ответственности. То есть, когда человек делает доброе, он видит результаты доброго. Когда делает плохое, он
тоже видит результаты, но делает вывод, что ему что больно, да, возвратные удары идут, что вот так делать нельзя. И он говорит, в следующий раз я подумаю, нежели буду делать, да? То есть он 7 раз отмерит, а 1 раз отрежет. То есть вот все-таки через негативное, которое прокручивается через кармические логические коридоры, да, через негативное человека идущее что-то, человек учится именно ответственности. А через позитивное учится видеть возможности ответственности и результат своей ответственности. И я бы сказал даже результат своей осознанности. Интересно, а может ли быть человек совершенно безответственным? И, кстати, в этой связи подскажите, пожалуйста, как отличать человека ответственного от безответственного? Конечно, люди все разные. Я имею в виду по уровням своей ответственности. Один человек ответственен, другой нет, третий полностью на себя берет всю ответственность, даже выше, говорит, своей крыши, выше того, что он может. А какой-то человек берет слабенькую ответственность при своих возможностях гораздо больших. Так вот, я скажу, что да, есть люди, которые, ну вот, нельзя сказать, что совершенно безответственны, потому что они же, ну, ответственны за свое физическое тело, чтобы их не убили. Хотя, ну, наверное, и такие в какой-то мере есть, которые, ну, говорится, настолько пофигисты, что их хоть убей, хоть зарежь, хоть кусками режь, а, извините за грубые такие вот сравнения и объяснения, а им будет пофигу, да, как динозавры. Хвост им динозавру отрубают, говорится, отрывают, а он и не чувствует. То есть, как бы без окончания, да, нервных. Ну, шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля правды. То есть, есть и такие совершенно безответственные. Это уже какой-то животный уровень, да, не будем его даже рассматривать. Даже больше, чем животные, хуже, чем животные. Потому что животное тоже ответственно за свое тело, и оно будет сопротивляться, чтобы его не били, не убивали, не отрезали там, и так далее. Поэтому вот совсем совершенно безответственных таких, наверное, и нету даже. А то, что ответственность у всех разная, да, это да. А как определить ответственность, то есть ответственность человека или нет, ну, сами понимаете, все в этом мире находится в движении, и только через движение и может через сравнение, через метафоры, через вопросы и ответы, через наблюдения определяться. А как определить человека, ответственного или не, он ответственный или нет? Да? То есть ответственно отличить от неответственного. Да все очень просто. Можно просто в разговоре, ну, скажем, его принимают на работу какого-то человека. Ну, там просто разыгрывает какую-то ситуацию, он отвечает на вопросы. Или прямо у него спрашивает о чем-то, а как вы поступили вот при таких-то условиях, вот так и вот так. И сразу видно, насколько он ответственен и за что ответственен, понимаете? Просто в разговоре с человеком тоже можно это увидеть. А если он знакомый, так и так вы почешете затылок, сейчас посмотревши эту передачу, проанализируйте и уже сами определите, насколько он ответственный или нет, понимаете? Я думаю, что этот вот вопрос, он конечно, не праздный, он своевременный, он верный. Но он уже как бы почти на слуху, почти отвечен мною. Здесь надо вот только, действительно, если вы там на работу кого-то принимаете, ну какие-то там пункты, да, какие-то анкеты разработать, чтобы увидеть, как себя человек чувствует в том или другом амплуа. Главное, нужно ему, человеку, ну, хотя бы в игре дать поручение быть каким-то, в каком-то уровне, на каком-то уровне руководителем. Ну, то есть, вот в игре, как бы, как он руководит, да, семьей, там, я не знаю, цехом, предприятием, ну и так далее, и тому подобное. То есть, посмотреть на вот эти уровни ответственности. И будет сразу уже видно, что ему предложить, какую работу, и что с него можно потребовать, а что требовать бесполезно, понимаете? Или что в нем может еще нужно воспитать, да, чтобы этот человек получил эту ответственность, доработал ее. То есть, вот так. И не иначе. То есть в движениях, в анализах можно определить, ответственный человек или нет. А если человек поступает безответственно, почему его карма не наказывает сразу же? Если человек поступает безответственно, и почему его карма не наказывает сразу же? Ну, я бы не сказал так. То есть нельзя однозначно, совершенно или абсолютно о всех людях так сказать. Потому что все развиты по-разному. Карма – очень уникальный, божественный инструмент, который подчиняется только Богу.
И он настроен следующим образом. Чем человек, извините, глупее, ну, то есть не имеет опыта, да, хорошего, то есть не может быстро сделать какой-то анализ и понять, за что его сейчас наказало, да, ударило там и так далее. Так вот, чем человек меньше имеет такого опыта кармического, то карма его сразу не наказывает. А за что его наказывать, он же не поймет. Вот он наделал дел каких-то, а его карма ударила. А он так и ничего не понял, он только еще больше обозлился и пошел делать еще больше дел. Понимаете? Это его так можно и убить, карме. Но карма призвана не к убийствам, чтобы уничтожать сущности людей, да, а призвана к исправлениям, к наращиванию, да, к взращиванию сущности, потенциала божественной среды, а не к уничтожению, еще раз подчеркиваю. Да. Это не коса, да, которая косит, а это поливалка, да, и брызгалка минералами, там, нужными солями там, и так далее, чтобы вот растение, человеческая душа, его тело и так далее, росло и размножалось, и становилось крепче, умнее и божественнее. Поэтому все-таки карма наказывает сразу за какое-то деяние или поощряет за доброе тех людей, тех сущностей, которые наиболее осознанны. То есть они точно поймут, за что им сейчас наказание или за что их сейчас поощрили, за что они возрадовались в жизни, за что подарок судьбы пришел им, неожиданный там выигрыш или еще что-то. Понимаете, то есть карма всегда именно так поступает, это интеграл своеобразный. Те, кто не понимает ничего, они в закрытой карме живут. И сколько там ни твори, ничего не будет, никаких наказаний. Но если человек, и чем больше человек осознанный, чем ближе он к Богу, тем быстрее наказывает. Помните, даже такая поговорка есть, что Бог наказывает тех, кого он любит. Но карма, она не имеет состояния влюбленности, она абсолютно божественна, но совершенно, извините, не имеет никакого разума. Понимаете? То есть карма – это инструмент, который между нами и Богом стоит. Да? И вот и карме подвластен даже дьявол светоносный. Да? То есть все карме подвластны, абсолютно все. Так вот, получается, чем разумнее человек, тем ярче и быстрее наказание. И прямо вот, ну, вот один к одному, что человек понимает, ну зачем я это слово сказал? Он только, может, слово начал говорить, а тут уже какая-то, да, проблема, на него спускается камень, да, а вот-вот оторвется, и он, оп, и извинился, и камень на место стал. То есть, ну, чем ярче развит человек, тем быстрее его уже может наказать карма, и быстрее он, кстати, может и исправиться, потому что он может даже не доделать плохое, и его не ударит, не накажет. Или же наоборот, доделать быстрее доброе, которое он начал, и, естественно, получить поощрение. Опять же, вы понимаете, осознанный человек, серьезно, глубоко осознанный, он не будет делать корыстно что-то, понимаете, чтобы получить поощрение, потому что за корыстное доброе, слышите, получит человек по ушам тоже. То есть тоже будут проблемы. Это медвежья услуга. Раз, а во-вторых, это корысть, когда человек хочет что-то сделать доброе, но именно ради корысти, чтобы ему, допустим, потом сделали, как говорят, рука руку моет, или вась, дай мне, пожалуйста, тоже, да? Так вот нет, этого нельзя допускать, никаких вас, никаких вот этих корыстей. То есть откровенные, да, вот открытые порывы души, которые будут творить доброе в состоянии мира и добра, понимаете? Тогда только карма дает настоящее поощрение и вовремя. И чем осознаннее, тем быстрее дает это поощрение. Вот так. А почему сейчас в мире столько проблем? Не связано ли это именно с тем, что люди перестали быть настолько ответственными как перед другими людьми, так и перед природой? Это хороший вопрос. Почему в мире столько безответственности сейчас? Именно сейчас, да. Скажем, там лет даже 100-200 назад меньше было вот такого, да, напора на природу. Как-то природу все-таки пытались сохранять. На водоемы, да, ну, на многое-многое, на людей даже просто. Потому что сейчас трава не расти.
То есть люди нацелены только на зарабатывание денег. Сейчас самое главное – это заработать деньги, прожить, прокайфовать, извините за такое сравнение, и тихо, мирно уйти. То есть лечь в гробик, неважно, какой он будет, бриллиантовый или просто там это в тряпке обмотают. Какая разница? Черви одинаково сидят всех, и даже бриллианты сгниют, говорится, ну, образно говоря, да? То есть все это такая фикция. Почему вот эта ответственность пропала? Ну, сами понимаете, что раньше, как ни крути, почему больше было ответственности? Потому что богатые люди, они были еще и умными. Раньше богатые, это значит умные, обязательно. Но я имею в виду вот туда раньше, по-настоящему раньше, да? Почему? Потому что они были освобожденные люди от работы, от физического труда. А значит, читали много книг, приближали к себе философов, литераторов, там, поэтов, композиторов, вечеринки эти проводили там, ну и так далее. Там, знали много языков, общались, путешествовали по миру. И они были обязательно умными. Это в культе было, понимаете? Это было модно, это было важно. Образованными и умными. Сейчас богатый человек, ему эта умность, она не нужна. Главное, это миллиарды. Они есть, остальное все пофигу, понимаете? Ну, в основном так. Конечно, супербогатые люди, они обязательно и сегодня еще умные, да? Слава богу, хоть так. Но вот получается, что умных-то людей очень мало у власти, потому что к власти-то приходят вот эти вот неразумные, богатые, так называемые. Ведь они же финансируют всякие выборы там и так далее. И сами себя финансируют. Вон на Украине что сейчас делается, да? Сплошные олигархи у власти. Такое впечатление, что, знаете, свет просто перевернулся. Ну как, куда народ-то смотрит? Он что, не понимает, что это вот необразованные совершенно люди, да? Которые, ну, языком современным выражаясь, намыли свои капиталы, да? Очень недалекие духовно, и они же выбраны управлять. Ну, а почему выбраны? Ну, тут понятно, что на самом деле все профинансировано, все подтасовано, я уверен абсолютно. И все это несправедливо, все это вот как бы военизировано, понимаете? Но опять же, народ тоже молчит, да? Он же должен как-то возмутиться, получается. Почему так глупые, но богатые управляют народом, который гораздо умнее их? Получается, вот эта поговорка, что народ достоин своих правителей, не срабатывает. Народ, получается, той же Украины умнее гораздо своих руководителей. Гораздо умнее. Или ожидать, значит, какого-то исхода положительного во власти украинской. Или же тогда будет что-то вообще катастрофическое для этой страны. Понимаете? Потому что так нельзя. Все перевернулось вверх дном. Ну, это мое личное мнение. А все-таки... Возвращаясь к вот вопросу конкретно, я говорю, вот леса, да, поля, реки, как говорится, там водоемы, почему загаживаются? Да потому что люди живут смертно, и образования у богатых нет, а они все у власти и деньги делают, да, смертно. И он понимает, говорит, да ну после нас хоть трава не расти, но он наделал себе, что нужно, накайфовался, умер, и до свидания, понимаете? И следующий также думает, а чтобы... За собой подмести, за собой убрать, почистить. Но для этого же нужно тему развивать, то есть голову, да? Надо же темить как-то, думать, да? А здесь, получается, думать нечем. И, ко всему прочему, ведь еще стимула нет. Если бы люди были бессмертными, они, извините, не загаживали окружающую среду. Они уже думали, как так, ну здесь я буду все время жить, и вот эту вонь, да, вот эти вот океаны с целлофаном, да, целлофановые океаны у нас уже стали, целлофановые волны, да, прибои. То есть, что творится-то? Значит, уже бессмертный человек не будет так относиться к природе и к окружающей среде, потому что ему здесь жить. Среди всего этого хлама, который он натворил, нет, он не будет это творить, и наоборот, будет убирать все, понимаете, очищать, вот как. Вот это очень важно, понимаете? Вот, допустим, новая эра всемирного сознания. Для чего она еще создается? Для того, чтобы обязательно начать очищение океанов, понимаете? Очищение воздуха, очищение почвы.
То есть будет производство почвы, чернозема, который будет выпускаться фабриками и заводами специально, то есть перегнои вот настоящие будут, то есть почва будет делаться, понимаете, и ее будет распространять везде, изготавливаться почва на заводах специальных. Вот. Воздух будет стоять, особые агрегаты чистить, то есть вот, допустим, стоит огромный агрегат, завод целый, да, и он замещает или, ну, собой олицетворяет огромный лес, который, получается, этот завод, да, это легкие, там, 2-3 таких завода, легкие города целого. Там Москву, допустим, вокруг Москвы 3 завода таких. И в Москве все время практически чистый воздух, да, или прямо на территории Москвы. То есть вот, вот что будет новая эра всемирного сознания для людей предоставлять. Ощущать водоемы, океаны, реки, моря, воздух очищать, почву изготавливать и многое-многое другое. Вот такие вот интересные детали. То есть ответственность будет другая. Почему? Да потому что там уже люди будут жить 1:4, до 300 лет. Естественно, что им 400 лет, 4 раза больше, чем обычная сегодняшняя жизнь человека. 400 лет жить среди такого хлама не захочется. И они обязательно будут вокруг чистить среду. И поэтому новая эра всемирного сознания очень нужна всему человечеству. А правильно ли я понимаю, что чем более ответственным становится человек, тем он менее корыстный? И значит, только вот такие ответственные люди, и у которых отсутствует корысть, они и должны находиться у власти. Конечно же, ответственность, чем она шире, глубже, и просторнее, и масштабнее, тем больше она порождает жизнь бескорыстную. Ну вот сами посудите, если у вас физическое тело не заканчивается вот этими пределами, пощупайте себя еще разок, да? Для смеха, может быть, но и для практики, да, чтобы слушать и видеть эту передачу более практично. А если бы вы точно так же могли пощупать и свое тело, ощущать в пределах своего целого дома, в котором вы живете, многоэтажного, там 16 этажей у вас, а вы весь дом как тело свое чувствуете. Там кто-то зашел, допустим, в дом, ногой так ударил дверь в подъезде, а вам больно, слышите? А вы сидите там наверху, а вам больно. Скажите, пожалуйста, что вы будете делать? Вы спуститесь и скажете, я тебе сейчас башку оторву, ты что тут дубасишь меня, да? Меня дубасишь, слышите? То есть вот ответственность возникает. А так, получается, он бьет эту дверь, а все, да, 33 богатыря спят спокойно, в том числе и полиция, и им всем пофигу, понимаете? То есть, когда расширяется ответственность, вот я просто юморной, может быть, пример привел, а ведь в новой эре всемирного сознания так и будет, там будет разрастаться ответственность, я уже говорил вам, и ощущений от физического тела, да, и так далее, там, от души, от разума и от духа тоже. Так вот, вот, получается, что чем ответственнее человек, тем он более переживабелен, тем больше реагирует и заботится, и делает масштабнее что-то, понимаете? Значит, естественно, что корысть у него пропадает. Какая корысть? Он защищает свои интересы. Получается, интересы окружающих яко свои, то есть как свои интересы. Для него это тело его, это кровь его, это жизнь его, это разум его, понимаете? И поэтому, конечно же, только такие люди должны быть во власти. И в новой эре всемирного сознания именно вот по этому принципу будут выбираться руководители любого ранга. Как будет наиболее правильнее, чтобы общество наказывало человека, если он совершил какое-то правонарушение, или же чтобы он сам понимал, что он ответственен и начинал исправляться? То есть общество должно наказывать человека за какие-то проблемы, да, и неправильности поведения. Или же он должен сам себя наказывать или исправляться и так далее и тому подобное. Здесь надо понять самое главное. Что, конечно же, разумность, когда человек сам начинает исправляться после каких-то неправильных своих поведений, да, в жизни, то есть он как будто обидел и начинает тут же исправляться, извиняться, там, переделывать, оплачивать, там, ну и так далее, и тому подобное. Это нормально, конечно же. Ну, за что вы наказываете, если он уже все решает, понимаете? А если человек не делает этого, понятное дело, что общество должно на это реагировать. Но, смотрите, для чего вообще предлагается одна из важных очень задач, да, предлагается строительство новой эры всемирного сознания. А в базе лежит знание, в базе этой эры, да,
Знание какое? Что вот все люди на Земле знают, что если человек едет ночью на красный сигнал светофора на автомобиле собственном, и никто его не видит, то все люди знают, что его все равно накажут. И он в том числе едет и знает. То есть такая информация заложена у всех, во всех людях, да? В разуме и в практике. То вот он проезжает, если он все-таки решил поехать, никто не видит, да? То, естественно, сами понимаете, его тут же и накажет, потому что, ну, карма, да? Если ты знаешь, а делаешь, а значит осознанный, получай сразу же. То есть у него что-то произойдет, потому что это уже будет, видите, новая эра всемирного сознания. То есть он уже не просто живет, он живет в логике сознания целого племени землян на всей планете, вот людей живущих, да? И поэтому любое его нарушение мгновенно будет как часики отслеживаться им же самим и этим огромным эгрегором, этими энергиями общечеловеческими, понимаете? И наказание будет прям мгновенно, практически. И поэтому он, конечно, не поедет на красный сигнал светофора. А если и поедет, то он сам себя начнет наказывать. То есть он выйдет, может быть, возьмет лопату и вскопает целый газон возле этого светофора, чтобы отработать свое правонарушение. Понимаете? А может, еще что-то сделает, и тогда его не накажут. То есть он дальше не поедет, говорит, не, я что-то вот дуру свалял, дурака, да, надо вот сейчас выйти и быстренько отработать, нельзя так вот себя вести. То есть это вот новая эра всемирного сознания, это совершенно другие отношения между людьми будут. Самоконтроль будет включаться, там полиции почти не нужно будет. Вы скажете, что, ой, ну он придумывает такие вещи, так, не может такого быть. А вот я вам еще раз говорю, именно так-то и будет, понимаете? Потому что, когда включается энергетический контроль, у человека может все из рук валиться, если он что-то нарушил. Ведь это давно уже отследил Достоевский в своем известнейшем произведении «Преступление и наказание». Он там уже показал психологию человека, который идет и сдается. Идет и говорит, что это он убил старушку, понимаете? Не выдерживает человек даже в обычном обществе, а уж в энергетическом, когда все будет настроено, везде этот эгрегор, да, вот это вот невидимая, да, невидимая энергетическая вот эта проекция везде этих законов, ну, человек просто не выдержит, понимаете? Тем более, что, может быть, еще будут везде ретрансляторы стоять, которые будут усиливать энергию каждого человека. Особенно энергию того человека, который нарушил какой-то закон. Усиливать, а значит что? Наказание будет усиливаться автоматически. Он сам будет психологически попадать в такую ситуацию, что его рука повернет руль в другую сторону, и он врежется в дерево, понимаете? Ну, то есть вот я не исключаю, что будут какие-то приборы, конечно, сеть каких-то приборов, которые будут усиливать вот демонстрацию человеческих эмоций, чувств и так далее. Но нет, но не нагнетать, не убивать, не управлять, а именно усиливать. Ну, для начала, может, этой цивилизации, чтобы люди почувствовали вот эту новую эру. Ну, а может, этого и не будет. Это я сейчас фантазирую, конечно же. Я лично сторонник того, чтобы ничего не усиливать, а чтобы была только голова. Но в самом начале, возможно, это и даже и предстоит сделать. Конечно же, все люди согласятся на это, потому что это же не убийство, не управление какое-то, не банальное по голове кого-то будут бить, а именно за то, чтобы не было нарушений, да, общепринятого социального положение взаимоотношений между людьми. Вот это вот очень важно понять. Ну и в заключении сегодняшних моих вопросов я бы еще хотел спросить, как нужно правильно нарабатывать ответственность? Как нужно правильно или можно правильно нарабатывать ответственность? Ну, сами понимаете, да, что когда будет всемирная новая эра сознание, да, то есть новая эра всемирного сознания, то, естественно, там все это будет автоматически, все будут посвящены в таинство первопричины, и у всех будут знания, энергии и так далее, да. Ну, у каждого по-своему понятные, но они будут. Там проще, там все будет автоматически нарабатываться. Но вот сейчас, живя вот среди другой пока цивилизации, которая все равно гибнет, и может погибнуть вообще-то, если не перейдет в новую эру всемирного сознания, то есть наша эра может погибнуть. Так вот, живя вот в нашей эре, да, так называемой, которая закончилась еще в 2000 году, должна была закончиться,
как нарабатывать? Ну, для этого существуют разные инструменты в нашем учении, в логике предметно-беспредметных островов. Это и дыхание сознания, очень уникальное дыхание. Это и дыхание по накоплению чистой энергии. Да? Это и дыхание путешествия фиолетовой горошинки. На моих живых вечерах, пожалуйста, приходите, я научу вас всему этому. А, кроме этого, это, естественно, всевозможные практики. То есть энергетические практики. Это и состояние мира и добра, которое мы проходим на первой ступени с моими соучениками, изучаем. Потому что это очень важное состояние, когда человек начинает действительно расширяться, да, увеличиваться своим телом, душой, разумом, духом. Расширяться, увеличиваться в пространстве среды своей. То есть, как осваивать среду, как входить в среду, как в свое развернутое предметное и беспредметное сознание. То есть, это вот такие вот интересные вещи. То есть, прибор по управлению своими мыслями и чувствами, тоже его освоение. У нас очень много тем, которые именно формируют сознание иное, да, и возможности человека развивают. Ну а что я могу вот банально посоветовать обычным людям, телезрителям, вот вам, слушающим меня, чтобы начать учиться, чувствовать боль, страдания или восторги других людей? Научитесь вначале отделяться от себя. То есть, что бы вы ни делали, представьте себе, что вы живете на сцене. Вот все, что вы делаете, вы вот на сцене стоите. Не забывайте об этом, да? И вы же сидите в зрительном зале. И все, что вы делаете, вы либо аплодируете себе, да? Либо приготовили гнилые помидоры, чтобы кинуть в себя, понимаете? То есть, вот таким образом вы научитесь видеть себя со стороны. Это вот вам первый совет, да? А когда вы этому научитесь, вот тогда вы сможете потихонечку, отделившись таким образом от себя, незаметно, ненароком, друг фрагментами, но уже ощущать боль и восторги настоящие, подлинные людей, которые будут рядом с вами. Реальных людей. Не по своему опыту сравнивать, что там человек может предположительно сейчас чувствовать, да, плохое или хорошее, а именно прям реально будете ощущать, ну, на экране своей души, естественно. Но чтобы вот этому научиться, надо вначале отделиться от себя. Это вот мой вам совет. В любом случае, если вы даже просто научитесь отделяться от себя, это вам поможет развивать свое собственное даже самопознание, понимаете? То есть это никогда не будет минусом. Во-первых, вы будете уметь управлять своими эмоциями. Во-вторых, вы будете всегда знать, что вы делаете. А не чесать затылок, как я выгляжу, да, это для женщин полезно и для мужчин. И вообще, это очень полезно, научиться отделяться от себя. Для детей вообще супер полезно, потому что они включают тогда самоконтроль, и все нотации взрослых уже практически отпадают, потому что ребенок самоконтролируемо развивается. Вот у меня этот навык был с детства, и поэтому, допустим, мои родители вообще меня практически не контролировали. Им было совершенно до фонаря, с кем я сейчас дружу. У меня были, вообще могли быть друзья, хоть наркоманы, хоть пьяницы, хоть кто угодно. Но я никогда не наркоманил, никогда не пил, никогда не делал каких-то гадостей. Почему? А потому что у меня все время был взгляд со стороны. Я всегда рассматривал себя со стороны. Ну, так случилось. Ну, с 6 лет я жил полноценной жизнью. Писал стихи там и многое другое понимал, делал. И поэтому у меня автоматически вот этот вот наблюдательный характер уже был воспитан. И родители мне доверяли, и они были правы абсолютно. Я действительно не пошел в какие-то гадости и не делал каких-то гадостей. Вот. Так что даже для детей вот это вот отделение от себя, да, и наблюдение за тем, как ты живешь, тоже очень полезно. Так что, пожалуйста, вот первый мой совет. А дальше, конечно, вот все детали, ну, приходите заниматься, получите полноценные знания о всей широте и многогранности учения логики предметно-беспредметных островов. Приходите, пожалуйста, становитесь моими соучениками, и вы будете все это уметь. И нарабатывать. Мира и добра вам, удачи и осознания себя. Счастья вам. Подписывайтесь на наш канал на YouTube. Подписавшись, вы тут же будете узнавать о выходе новых телевизионных передач, а не случайно находить их в интернете. И как можно больше рассказывайте о нашем канале другим людям. Пусть они приходят и смотрят. У нас огромное пространство и масштаб тем намечается, которые мы будем раскрывать перед вами. Счастья вам!
наши телезрители.